Прирученная дичь цесарка уже 500 лет успешно культивируется в европейских странах. Мясо ее считается экзотическим и стоит дороже. Кроме этого, мясо является диетическим, поскольку содержит меньше воды и жира, больше аминокислот в мышечной ткани, высокие показатели гемоглобина и белка. По вкусу напоминает фазана или куропатку. Гипоаллергенные яйца полезны детям, хранятся полгода, хорошо транспортируются благодаря толстой скорлупе. От одной несушки можно получить в год до 150 яиц, которые содержат в 3 раза больше витамина А, чем куриные. Бизнес-проект по разведению цесарок должен включать покупку молодняка, оборудование, электроэнергию, услуги ветеринара, корма. Цесарок забивают на мясо через 7-8 месяцев, когда они набирают вес 1,5 килограмма. Покупать нужно от 20 голов. Чем их больше, тем быстрее птицы развиваются и растут, поскольку цесарка – птица стадная. На зиму оставляют племенное стадо, продают взрослых, крупных и здоровых птиц в специализированные хозяйства. Пара взрослых особей стоит $20, суточный птенец – 2,5, мясо – от $10 за килограмм, яйца – от 15 центов за штуку, инкубационные – $1. Разведение птицы в домашних условиях имеет неоспоримое преимущество для начинающих фермеров, поскольку цесарка считается самой морозоустойчивой, является неприхотливой в уходе, болеет меньше, чем куры и гуси. Для содержания цесарок потребуется сухое помещение и полноценное питание. Площадь из расчета 3-4 особи на метр квадратный, насесты на высоте 50 см, поилки. Пол устилается соломой и стружкой. Необходимо поддерживать постоянную температуру 14-18 градусов. В домашних условиях держать цесарку можно с другой птицей. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.